На выставке в Шымкенте гостям предложили попробовать и оценить продукцию местных товаропроизводителей. Были представлены продукты питания, ковры, текстиль для дома, трансформаторы, насосы, а также изделия медицинского назначения и мебель. Многие предприятия свою продукцию выставили впервые. Ожидается, что до конца года в регионе откроется еще 16 новых заводов. На выставке также отметили, что за годы независимости объем продукции промышленных предприятий там вырос в 28 раз. И сегодня составляет 670 миллиардов тенге. Особое внимание тем, кто в этом году стал победителем престижной премии «Алтын Сапа». Предприниматели с гордостью показывали кубки гостям, ведь это особый знак качества. Так, старейший фармацевтический завод страны в этом году получил награду как лучший инновационный проект. Сейчас там готовятся к расширению. Будут выпускать твердые лекарственные, а также нестерильные жидкие лекарственные формы. В наших руках жизни наших пациентов, поэтому да, это нас толкает двигаться вперед, находить новые способы работы, усовершенствовать свое качество постоянно. По итогам 10 месяцев объем выпуска промышленными предприятиями сохранился на уровне 104%. Мы занимаем, регион занимает третье место в республике. На 2015-2019 годы у нас включены 119 новых проектов.